угрюмые века, плывут, как в небе облака, спешат, бегут за годом год, и сказка там живет. Когда и кто ее сложил в своей избушке где-то, и самый старый сторожил не даст тебе ответа. И про зверей, и про царей, что на свете было, все сказка в памяти своей нам с вами сохранила. Она живет в любом дому и странствует по странам. А почему? Да потому что без нее нельзя нам. Но эта сказочная история произошла совсем недавно. Вернее, она начнется только сейчас. Ну вот, закончился учебный год. А до этого что было? Школа, учеба, книги. Каждый день нужно что-нибудь читать. Изо дня в день одно и то же. Надоело читать ваши сказки. Вот если бы можно было попасть в сказочную страну, я бы там не соскучилась. Привет. Привет? А это кто? Это большая тайна, и наша встреча не случайна. Представлюсь, коль ты захотела. Меня величает королева сказок. Королева сказок? Ой, сумасшедших мне еще тут не хватало. А разве ты не хочешь получить сказочный подарок, которого ни у кого нет? С чего это ради мне подарок? Ой, и вообще я пошла домой. Ну, если ты против, девочка Маша, то можешь идти домой и мыть посуду, делать уроки. А я его отдам кому-нибудь другому. Устрою экскурсию по неизведанной сказочной стране. По сказочной стране? Экскурсию? Как же это интересно! Так, а откуда ты знаешь мое имя? Странная девочка. Я же из мира сказки, и я знаю все, чтобы попасть туда. Чтобы попасть в мир сказки, нужно произнести волшебное заклинание. Но не просто произнести его, а прокричать как можно громче. Ну ладно, я готова. Ребята, а вы поможете мне? Тогда три раза повтори. Сказка, двери отвори! Ребята, а давайте все вместе крикнем. Раз, два, три, сказка, двери отвори! Танцуй со мной на закате дня, взорви танцпол, удиви меня. От Аргентины до Марокко мы будем жечь, это так легко.
сначала станешь и ты рём. Но только ты не надо, не ругай меня за это. Вот наконец-то приходите в движение. И меня мама за мой потенциал. На максимум двигать давайте наш портал. Руки, ноги не жалейте сердца. Этим танцем согрейте. Наша экскурсия подошла к концу. А мой подарок, который я тебе обещала, в твоем портфеле. Сейчас можешь не смотреть, посмотришь дома. Ну все, давай, нам пора. Как? Так скоро? Я ведь еще ничего не увидела. Никаких чудес не было. Ох, а их и нет. В нашем сказочном мире так же скучно и неинтересно, как и в твоем. Ой, кажется, сюда кто-то идет. Это принцесса. Стойте, стойте! Я никогда не видела настоящих принцесс. Ваше сиятельство, девочка так уговаривала меня показать нашу сказочную страну, что я не смогла отказать ее невинным глазкам. Но нам пора возвращаться домой. Да-да, конечно, пора. Все равно нашей сказочной страны скоро не станет. Как не станет? Почему? Пропала великая книга сказок, и теперь закрылись двери в другие волшебные миры. Не будут больше появляться на свет новые сказки. Но кому могла понадобиться эта книга? Нужно ее найти. Только двое на это способны. Баба-Яга и Кощей Бессмертный. Вы немного отошли от дел. Да кому нужна эта ваша книга? Лежит, пылится там где-то. А я думаю, что принцесса права. Знаете, как говорят, сколько волка не корми, его все равно в лес тянет. Пойдем и отберем книгу. Конечно, пойдешь. К себе домой. Мама тебя заждалась. Ну, пристала, принцессе не стоит отправляться в такие опасные путешествия. Я сама знаю, что ко мне пристало, а что нет. Решено! А на чем мы поедем? Может быть, на карете или на ковре-самолете? Ты что, это прошлый век. Мы помчимся на самом экологическом виде транспорта. Ногами! Если дождь и сною гости к нам.
Ассалямалейкум, мои дорогие! Добро пожаловать в наше восточное волшебное царство! О, прекрасная принцесса! Меня зовут Аладдин, сын персидского портного Хасана. Что же вас привело к нам на восток? И чем я могу вам помочь? О, многоуважаемый Аладдин, скажите, вы из какой сказки? И как вы здесь сейчас оказались? О, прекрасная принцесса! Я из очень известной книги «Тысяча и одна ночь». Слышали про такую книгу? Да, конечно, я слышала. Это моя любимая книга. Но ведь с вами должен быть ваш друг Джин. Кто-то украл волшебную книгу сказок, и мы затерялись в других сказках и не можем попасть в свою. И теперь дети не узнают все волшебство нашего мира. Я могу вам помочь, ведь у меня есть лучший друг, Джин. Он всегда приходит мне на помощь, только стоит потереть лампу. Охо-хо, что-то долго я спал, Аладдин. Приснилось мне, что попали мы с тобой в другую сказку, и что желание исполнять уже не могу. Ох, и странный же сон, такого же быть не может. К сожалению, дорогой Джин, это не сон. Давай проверим твои волшебные силы. Пусть книга сказок вернется на свое место. Ахалай-махалай, сим-салабим, да будет так. И правда, ничего не получается. Уважаемый Джин, если это вам не под силу, может быть, вашего волшебства хватит на поиски Бабы-Яги? Мы думаем, что это она украла книгу. Джин! Ну ты выдал. Значит, постарел, посинел. У меня тут есть свой способ. А, ребята, споем? Входит в дом и насыщает сказки злом. И дом ее стоит тайге, и на куриной он ноге. Ее боятся все, бегут за советом, все бегут. Ба! Ба! И я! Thank you.
Что за бардак вы мне тут устроили? Где метлы? Где ступы? Дисциплина где, я вас спрашиваю? Если вы хотите получить красный диплом военного корпуса Бабы-Яги, то нужно делать что? Четко следовать заповедям Бабы-Яги! Истина! Ненародная, но мудрая. Так, на первый седьмой рассчитайся! Господи, это вы мне? Отставить приставать благородным людям! Кого я вижу? С каждым столетием все краше и краше. Ой, а ты прям как мое зеркало. Оно мне каждое утро говорит, что я на свете всех милее, всех белее. Врет бесстыжие, боится, что разбабахают. А ты чего это так сладко поешь, а? Чего это ты вообще приперлась? Я знаю, чего знаю. С проверкой приперлась, да? Так у меня все хорошо, знаешь ли. Налоги плачу, лицензия есть. Ой, беда приключилась. Армия на тебя надвигается. Армия? На кого? Чтобы погибла наша сказочная страна. Ой, да то ж брехня. Если сказка исчезнет, то мы и тоже все того, ну, исчезнем. Ну, брехня не брехня. А мое дело маленькое – предупредить, что тебя идут громить. Вижу, приближаются полки колдунов, отряды магов. Вот, засаду! О, дочечка моя, ты где была? Я с дискотеки. Ух, я тебя сейчас. Ух, я тебя сейчас. У нас тут военное положение, она с дискотеки. Какое положение? Такое, такое, понимаешь, у нас военное положение. Армия на нас надвигается. В засаду бегом. Я тебя сейчас. Может, она случайно к вам закатилась? Это кто такая пищит тут у меня? Это гостья нашей страны. Она решила помочь нам отыскать книгу сказок. Так пусть вот эта гостья ведет себя чуточку повежливее. Иначе я быстренько научу строевым шагом ходить. На месте! Это он взял книгу. Ох, я тебе сейчас. Так, тихо, спокойно. Я абсолютно спокойно. Отставить обвинять благородных людей. Кощей, между прочим, давно на пенсии. Внука своего воспитывает, мемуары пишет. Вообще, ладно, может, и правда слыхал чего, а? Значит так, Кощею пойдешь, дорогу покажешь. О-о-о! Да что ты, а? Подмогли.
Так, стоп, а вы куда? Продолжаем тренировки. Да устали мы уже от твоих тренировок. Мы играть хотим. Ребята, а вы не хотите поиграть с нами в игру? Мы будем танцевать. Спорим, что вы не сможете за нами повторить движение? Спорим? Не сможете. Ну, как кто самый смелый? Поближе подходи, повторяй за нами. Kicking your can all over the place, singing we.
внучок есть. Такой маленький, такой худенький, как ты. Сейчас я вас с ним познакомлю. Хлюпик! Тетя Надя! А ты чего такой грустный-то? Присаживайся. Исхудал-то как? Я тебе сейчас кашки принесу. Не хочу я кашку! Скучно мне! Как скучно? Да ты в танчики поиграй. Не хочу! Я завис на пятом уровне! Да ты слезай оттуда! Других развлечений хочу! Петь, танцевать хочу! Ты что, балерина, что ли? Все веселишься? Все тебе нипочем. Кощей, а вокруг тебя такие дела творятся, а? Мне-то что от этого? Мой дворец с краю. Я ничего не знаю и никому не мешаю. А это тебе только так кажется. Ополчились против тебя оборотни. Это почему? Они хотят твоим золотом завладеть. Их трое. Девчонка, баба-ёшка и принцесса. Что? На все пойдут, лишь бы твоим добром завладеть. Услышала я о коварном замысле и сразу к тебе. Ну, чтобы предупредить. Ну, спасибо тебе. Я уж постараюсь встретить дорогих гостей. Колечко, колечко, возьми человечка. Сплети его ноги в корявые корни. Сплети его руки в упругие ветки. Дерево снаружи, дерево внутри. Раз, два, два с половиной, три. Ну что? Оборотни поганые, ни стыда, ни совести превратиться в невинных детишек. Вот что странно, почему они после твоего заклинания не превратились в оборотней? Ну, может, это магия новая такая? Пусть теперь стоят здесь как статуи и украшают мой дворец. А вдруг они настоящие? Чувствую, что здесь что-то неладное. Ты посмотри, они ведь даже без оружия. Ладно, давай их расколдуем. Ну что, попались, оборотни поганые? Смеешь так разговаривать с самой принцессой? Слушай ты, вот пройдете мои испытания, тогда поверю, что настоящие. А не пройдете, пеняйте на себя. Ребята, поможете доказать, что мы настоящие? Так, теперь дружно все слушаем меня и внимательно. А ну-ка, покажите, где у нас нос. А теперь покажите на землю. А теперь покажите, где у нас небо. И ускоряемся. Нос, земля, небо. Нос, земля, небо. Нос, земля, небо. Нос, земля, небо, нос. А я ведь показывал на небо. А теперь покажите, какие бывают карлики. Какие бывают великаны? Карлики, великаны, карлики, великаны, карлики. А я ведь показывал великанов. Эх, Хлюпик, они все правильно делали. Что я тебе говорил? Я знал, что они настоящие. Извините меня, принцесса. Просто эти оборотни хотели меня извести. Это кто такое сказал? Да есть тут одна.
Я с ней потом разберусь. Кстати, а что вас привело ко мне? Пропала великая книга сказок. Да, да! Мы читали об этом в интернете. Не понимаю, кому понадобилось убить сказку? Может быть, тебе? Или может тебе? Они мне рассказали, что книга-то находится у этой королевы. Все это время книга была у тебя? Да, да, у меня. Я спрятала книгу. Зачем? Так вы посмотрите правде в глаза. Все уткнулись в эти телефоны, айподы, смартфоны. Да никто книги уже даже не читает, сказок не знает. Я спрашиваю всех вас, зачем это нужно? Это неправда. Мы знаем и любим сказки, и хотим новых. Ну, это мы сейчас и проверим. Ребятки, а вы знаете сказки? Сейчас, сейчас узнаем. Я буду вам задавать вопросы, а вы мне отвечайте. Готовы? Итак, кто это такой? Круглый, румяный, укатился от дедушки с бабушкой. Молодцы, дальше. А что за девочка пошла через лес к бабушке с пирожками и повстречала хитрого волка? Я вам, а все не знаю. Так, самое сложное. Как звали девочку с голубыми волосами? А как звали ее деревянного друга? Какие молодцы наши ребята! И сказки знают. Вы уж простите меня, я больше так не буду.
Ребята, ну что, простим королеву? Ведь пока мы умеем прощать, никогда не погаснет солнце и счастливые улыбки детей. И никогда не закончится сказка. Ведь много на свете сказок добрых и смешных, и прожить нам на свете без них никак нельзя. И пусть герои сказок дарят нам тепло, пусть добро навеки побеждает зло.